Здравствуйте, господа. Сегодня июнь 17 числа, еще пятница, 11 часов вечера. Когда вы получите эту информацию, это уже будет суббота. Я только приехал, весь день сегодня был на ногах, ездил на колесах в Нью-Йорке, Северное Нью-Джерси. Сейчас я приехал домой, в Филадельфию, делал презентации, митинги. И это, в принципе, обращение сегодня для всех нас, для всех партнеров компании THW Global. Сегодня все получили письмо. Вот такое письмо вы, наверное, получили уже сегодня в субботу. То есть у вас это суббота. Поэтому я хочу немножечко поговорить. Сначала я просто хочу представиться. Меня зовут Майкл. А я немножечко взволнован. Обычно я на это не обращаю внимания. Немножечко даже нервничаю. И очень excited. И вы узнаете через пару минут, почему. А сначала я хочу представиться. Меня зовут Майкл. Мне 60 лет. Ну, я еще, как говорится, в форме. Занимаюсь спортом. Живу в Америке с января 1980 года. Живу в городе Филадельфия. А нахожусь в сетевом бизнесе с августа 1980 года. Больше чем 35 лет. Скоро будет 36. И, в принципе, прошел все. И взрывы компании, и опускание компании, и видел и хорошее много, и много плохого в сетевом бизнесе. Сейчас я, в принципе, веду несколько проектов, и это уже чисто не для того, чтобы зарабатывать деньги, я их уже давно заработал, просто для времяпровождения. Многие из вас знают, и, в принципе, это обращение для всех партнеров THW Global, вне зависимости, в моей группе вы находитесь или у кого-то другого. Я уверен, что вам всем придет эта польза от нашего разговора сегодня. Я просто буду рассуждать вслух. А дело в том, что за последние пару дней я получаю очень много писем. И есть большинство писем очень положительные. Есть, конечно, задают вопросы и негативные, и позитивные. Поэтому я хочу сразу всем сказать, что все, что происходит в компании, скоро будет известно всем. Чтобы вы не волновались, не нервничали. Самое главное, в любом случае риска никакого нет. И перед тем, как я расскажу, какие есть небольшие новости, я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла лично со мной. Это, если я не ошибаюсь, был 2001 год. Я был в Лас-Вегасе на... Это была конвеншн одного из моего проекта. И на сцену вышел один человек. И, пожалуйста, прислушайтесь внимательно к тому, чего я хочу сказать. Этот человек, ему было где-то в то время, наверное, ну, может быть, лет 50, может быть, чуть побольше, может быть, 60. Он рассказал свою историю, как важно не бояться брать рисков в жизни. Знаете, как говорят, если бы я знал бы вчера то, что я знаю сегодня, то я был бы намного в лучшем положении. Хотя я и так не жалуюсь. И я уверен, что многие со мной согласятся, но, к сожалению, такое в жизни не бывает. Это уже потом мы говорим, вот если бы я так сделал. Но никто так не делает. И вот он рассказал случай своей жизни. Где-то в конце 70-х, точнее в 78-м году, он работал программером у Билла Гейтса. Всеми известным Билл Гейтс в компании Microsoft. В то время это только начиналось, и для программеров работы было очень много, потому что их не хватало, и для этих людей получить работу было не проблема. В то время он получал зарплату $8.50 в час. И на то время это были очень серьезные деньги. И у Билл Гейтс один прекрасный день он собрал всю свою команду программеров и говорит: ребята, вы меня извините, у меня очень большие трудности. И у Билл Гейтса на самом деле в начале были очень большие финансовые трудности. И он предложил им такое дело. Говорит: давайте я буду вам платить 6.50 в час, а $2 буду откладывать на акции каждый час. И большинство людей, в том числе этот человек, который рассказывал эту историю, подумали: говорит, зачем я буду получать эти акции? Что это за акции? Кому нужны эти бумажки? У него уже сейчас проблемы финансовые. Как долго он продержится? Он скоро выйдет из бизнеса.
И он, как многие другие, побоялись рискнуть и ушли в другую компанию работать, как они могли в то время работать, 8.50 час. Но пару людей осталось, и один из друзей его, или пару человек, которые там остались, он до сих пор с ними поддерживает отношения. Так вот, что произошло. Эти ребята, которые остались за пару следующих лет, заработали где-то от 4-6 до 10 тысяч долларов акций. Что это значит? Так вот, представьте себе, если бы в 78 году или в 1980 году вы бы купили бы акции Microsoft всего лишь на $600, то они сегодня оцениваются в $52 миллиона. Представляете, если бы вы проработали пару лет и получали бы эти акции, в которые большинство людей не поверили, и на сегодняшний день эти акции стоят в 10 раз больше, вы не просто были бы богатые, вы бы были бы супербогатые. Он это рассказывал тому, чтобы люди не боялись сделать ту ошибку, которую сделал он. Я не знаю, если мы сейчас опять в компании, которая будет, станет как Microsoft. Никто этого не знает. Но, господа, риска нету никакого. Вот я вам приведу такой пример. Допустим, вы, я, мы все пришли в бизнес компанию THW Global и начали рекрутировать. И прошло какое-то время, ну, и ничего не получилось. Мы ошиблись. Ну так что? Что вы потеряли? Немножечко времени? Это же ничего, вы же деньги не платите. А вдруг произошло бы наоборот? Вы бы испугались. И такие люди есть, и они боятся делать даже бесплатно. И начали ждать открытия компании. Прошло какое-то время, и компания открылась. И произошел гигантский взрыв. Потому что то, что мы делаем, еще не сделал никто. И вы начали только через несколько месяцев, когда компания запустилась, вы начали работать. И каждого человека, которому вы будете звонить своим знакомым, они вам будут говорить: да извини, я уже подписал, меня подписали, где ты был раньше, я уже в компании. Вот тогда вы начнете кусать локти. С вами может произойти то же самое, что произошло с этим человеком, который рассказал мне и многим таким, как я, эту историю со Стэнни в Лас-Вегасе. Кстати, я хочу вам сказать такую вещь. Я вижу из писем. Очень много людей гадают, придумывают, что будет, как будет. Пожалуйста, не высказывайте мнение о том, о чем вы совершенно ничего не знаете. Не спешите. Ведь есть вещи, которых, если вы не знаете, это не значит, что это неправда. Например, в Америке, по статистике, это факт, 15 миллионов людей работают из дома. В основном это женщины, которые только родили, у них маленькие дети, они не хотят детей оставлять с незнакомыми людьми, они хотят с ними быть дома. И они работают из дома. И очень много компаний рекламных, которые дают работу вот этим людям из дома, чтобы они смотрели ихние, это могут быть ролики, это могут быть разные новые шоу, даже фильмы. Они должны посмотреть их и дать оценку, какой, чтобы поднять рейтинг. И платят за эти большие деньги. Господа, только на интернете, на YouTube тратится на рекламы каждый день, не в месяц, не в год, каждый день, не миллионы, миллиарды долларов. Вы даже не представляете, какая это большая крупная индустрия. Тратится в год больше, чем 600 миллиардов долларов. Каждый год. И мы можем попасть в это самый центр. Потому что мы первая компания, одна из первых, во всяком случае, потому что я о других никогда еще не слышал, которые начинают делать то же самое, только на платформе сетевого бизнеса. Задумайтесь об этом. Сегодня суббота, наверное, все из вас получили такое письмо. Я это получил письмо сегодня в пятницу, где-то в 2 часа дня. Я не помню, 12 или 2 часа дня. Это письмо сначала отправили всем лидерам компании. В этой компании в самом начале, чтобы вы просто имели представление, немножко забегая вперед, было приведено в первый день 8 лидеров.
8 очень серьезных людей, серьезных сетевиков. Обычно такое делается в крупных сетевых компаниях, когда они только открываются в первый день, чтобы они, как говорится, раскочегали. Один из этих 8 человек – мой спонсор, который меня привел лично. Опять-таки, я забегаю немножко вперед. Перед тем, как я начал делать эту запись, в 11 часов я проверил свою группу. Не свою группу, а группу всей компании. У нас уже было 38 тысяч человек. Значит, 90% этой группы, это находится под моим спонсором. Окей? Поэтому наша группа, в той группе, в которой мы находимся, самая большая группа в компании. Чтобы вы это поняли, в каком серьезном месте мы находимся. В этом письмо, значит, письмо было послано THW Global Team Leader Update Information. Team Leader – это наша компания, не вся компания, потому что, чтобы вы не ошиблись, вы увидите, что адрес компании – это Германия. Но это адрес не компании сетевого отклонения, это нашего департмент, если можно так сказать. Платформа сетевая, это компания, та немецкая, одна из самых крупных компаний, которая маркетинг компания, которая первая компания, с которой мы подписали контракт, которая будет платить нам деньги за просмотры те или иные ролики. Я хочу, чтобы вы поняли, что компания, которая будет давать нам ролики, рекламная компания, это немецкая компания. Платформа сетевого бизнеса – это американская. Окей. Значит, они пишут. Теперь каждый день мы будем получать новую информацию, потому что компания еще даже не запущена. Поэтому я должен, чтобы вы это поняли. Значит, компания будет запущена, когда будет 50 тысяч дистрибьюторов. Но не общей суммы 50 тысяч дистрибьюторов, а 50 тысяч дистрибьюторов, например, в определенной стране. Как только в Америке будет 50 тысяч дистрибьюторов, сразу компания будет запущена. Как только на территории СНГ будет 50 тысяч дистрибьюторов, значит 4 СНГ будет запущено. Как только в Германии будет 50 тысяч, Германия будет запущена. Как только в Италии будет 50 тысяч, в Испании будет 50 тысяч, оно будет запущено. Теперь какой рост? В первый день компании, компания существует только 5 дней. В первый день компании пришло 729 человек. Заметьте, какой рост и как быстро оно увеличивается. Второй день компании пришло 1023 новых человека. Третий день компании пришло 6308 новых человек. Четвертый день компании пришло 14961 человек. И пятый день компании, то есть в пятницу до часу дня, пришло 10106 человек. Или до час дня общее число дистрибьюторов в пятницу до час дня по американскому времени в компании было 33 100 человек. Сейчас 11 часов вечера, когда я последний раз посмотрел, было уже больше 38 тысяч человек. Это уже идет математическая прогрессия. Сейчас будет такой взрыв, что будет прилив очень большой, потому что люди, которые понимают, что может произойти в нашем бизнесе, ну, я не знаю, мой русский язык уже не такой богатый, чтобы я мог даже высказать то, о чем я думаю. Господа, теперь насчет оплаты. Если помните, я рассказывал в начале, что каждый человек, просмотрев час, будет получать до $25 за час. Максимум вы сможете просмотреть рекламы в неделю 10 часов. Если у вас что-то непонятно, пока вопросы мне не задавайте, потому что намного ответов у меня у самого нету. Но как только я буду получать новости, я вам сразу все передам. В неделю вы сможете максимум посмотреть 10 часов. Значит, максимальный заработок в неделю $250. То есть $1000 в месяц. Там получается чуть-чуть больше, чем 1000, потому что в месяце 4 недели и 2 дня. Дальше. Стоимости
реклам разные. Поэтому они говорят до 25 долларов, может быть и меньше. В зависимости, в каком стране идет реклама, какую рекламу вы получили оценить, в зависимости, сколько эта реклама стоит. Какая минимальная цена, пока я не знаю. Я думаю, что поближе, когда уже будет запущена, например, определенная страна, мы об этом узнаем. Единственное, что я знаю, что максимальная цена в час 25 долларов. Всех людей, которых вы приведете, наш маркетинг, как я уже говорил раньше, называется Unilevel. Опять, если будут какие-то изменения, и это все возможно, я просто этого не знаю. Пока я вам рассказываю, что сделано на сегодняшний день. Unilevel, что это значит? Это значит, что вы можете привести людей сколько угодно. Эти все люди, которых приведете вы сами, будут у вас на первом уровне. На первом уровне может быть один человек, два человека, 10, 100 человек. У меня уже есть в группе на сегодняшний день один дистрибьютор, я не буду называть его имя, у него уже больше 100 человек, которых он привел сам лично. Это значит, человек работает. Потому что подписать человека в бизнес бесплатно — это чепуха, где есть такая большая возможность заработать деньги. И сейчас я вам покажу, какая возможность и сколько можно будет заработать, не в зависимости, сколько вам будут платить. Значит, и все люди, которых вы привели сами лично, вы будете получать максимум, максимальная сумма от них, от каждого, 5 долларов. Представляете, если у вас в группе 100 человек на первом уровне, и вы получили 5 долларов с каждого в неделю, это вы зарабатываете 500 долларов только от одного человека. В час, а в неделю 50 долларов. Это в неделю 50 долларов, 100 человек, это 5000 долларов в неделю. Со второго уровня вы получаете с каждого человека, который находится под вас, максимальную сумму, доллар в час, или получается 10 долларов, если я не боюсь, 10 долларов в неделю. Теперь посмотрим, сколько человек у вас может быть в группе. Значит, всех людей, которых вы привели сами лично, это первый уровень. Второй уровень – это кого они привели. И компания будет платить 10 уровней вниз. Я сейчас быстро накатал с калькулятором цифру, просто вы, чтобы вы имели представление, какое количество людей может у вас быть на ваших 10 уровнях. Ведь, в принципе, даже если вы приведете 100 человек, к сожалению, каждый человек из них то же самое не сделает. Кто-то, может быть, сделает больше, кто-то сделает меньше, но каждый, конечно, не сделает. Это понятно. Я уже сам лично на сегодняшний день привел 160 человек. Это всего лишь 3 дня в бизнесе. Значит, если вы приведете 5 человек, и эти 5 человек сделают то же самое, то на втором уровне у вас будет 25 человек. На третьем уровне 125, это если все они сделают то же самое. На четвертом уровне 625. На четвертом уровне 3125. На пятом уровне 15625. Короче говоря, на всех 10 уровней, если каждый из этих 5 приведет по 5, у вас будет 2 441 405 человек. Представляете, если вы за них получите всего лишь по доллару? А что, если вы получите всего лишь по 50 центов? А если вы получите за день по 10 центов? Вы представляете, какая возможность благодаря этому маркетингу заработать у нас в бизнесе? Господа, я еще раз, перед тем, как я закончу, я еще раз вам скажу одну вещь. Вы можете верить в это, можете не верить, это не имеет значения. Мне это, как сетевику, до лампочки. Я вам объясню почему. Я верю и я работаю. И у меня в группе уже есть люди, которые верят и работают. Не задавайте вопросов, которых вы не знаете. В чатах я вас прошу, потому что меня подсоединили в некоторые чаты, и люди высказывают такие вещи, поэтому я и не люблю иметь чаты. Я себе сделал группу на Facebook, куда я буду выскидывать всю информацию.
Как только я буду получать новую информацию, и вот на этом YouTube, где вы видите эту запись, внизу будет написано адрес моей группы. Подсоединяйтесь к этой группе. Приводите в эту группу всех людей, которые уже подписались в компанию THW Global. Если человек еще не подписался и только думает, пожалуйста, не приводите таких людей. Потому что если они начнут задавать вопросы, из которых я пойму, что они не в бизнесе, я их сразу буду из группы удалять. Будет все очень жестко. Это серьезный бизнес, где можно заработать серьезные деньги. Поэтому, пожалуйста, не перемалывайте в группах и в своих чатах из пустого в порожнее. Вы все получите информацию, как только она будет поступать. Как только все начнется работать, все будет работаться из бэк-офиса. Пожалуйста, старайтесь не открывать больше, чем один аккаунт. Если вы открываете аккаунты на свою семью, будьте уверены, что вся новая информация. Я думаю, я не знаю 100%, но я думаю, что на каждый аккаунт каждый человек из своего дома сможет пользоваться только одно IP. Почему я так думаю? Потому что они будут следить, чтобы человек не давал реклам больше, чем на час и больше, чем на 10 часов в день. Значит, будет какая-то система, которая будет проверять, откуда вы выходите на интернет. Поэтому не пытайтесь подписывать большое количество людей. Подписали себя достаточно. Если вы помогаете кому-то и хотите кого-то подписать со своего компьютера, на сегодняшний момент пока запрета нету. Но будьте уверены, чтобы это был четкий человек, а не мертвое место. Чтобы у этого человека было свое имя, фамилия, адрес. Самое главное, почтовый адрес другой. У каждого человека должен быть свой почтовый адрес. Господа, мы на пороге больших свершений. Если вас что-то смущает, и вы боитесь, это нормально. Я считаю, что здесь нету никакого риска, потому что не надо ни за что платить. Поэтому, если вы и боитесь, ждите. Пожалуйста, не пишите мне по скайпу, делайте комменты, что вы в это не верите. Меня не интересует ваше мнение. Я это не говорю с плохой точки зрения. Я в это верю, поэтому я в это иду. Я очень успешный сетевик, который заработал большие деньги. Я уверен, что 99% людей, которые находятся в сетевом бизнесе во всем мире, не увидят столько денег, сколько я зарабатываю за 4 года, они не увидят за всю свою жизнь. Окей? Поэтому я знаю, как это работает. И я этого добился только потому, что я не боюсь рисковать и иду вперед. Здесь, я считаю, риска нету никакого. Поэтому, если вы боитесь, я на вас не обижаюсь, сидите, смотрите, если вы подписались в компанию, сидите, никого не рекрутируйте, ждите открытия. Но если вы не боитесь, господа, дерзайте, идите вперед, потому что завтра может быть поздно. Все, большое спасибо, господа. А еще раз повторю то, что я уже сказал. Как только будут поступать мне новости, и мой спонсор, он очень приближенный, он, кстати, очень хорошо знает, точнее 25 лет знаком с человеком, который открыл вот эту платформу сетевого бизнеса здесь в Америке. Поэтому информация мне будет поступать до того, как кто-то другой услышит. Поэтому в первую очередь вы будете все получать от меня, от нашей группы. Единственное, пожалуйста, поймите, что я живу в другой стране. У нас разница во времени. С Москвой где-то 8 часов разница. Поэтому, если, например, 12 часов ночи, то в Москве уже 8 утра. И я не сижу перед компьютером. При первой же возможности я сразу буду всем отвечать и записывать вот такие ролики, и скидывать и тренировки, которые буду в будущем делать, когда будет запущена компания, и все, что вам нужно знать для того, чтобы быть успешным в нашем бизнесе. Господа, вы все мои партнеры. Вы – это мой бизнес. А к бизнесу я отношусь очень-очень серьезно. Поэтому еще раз, благодарю вам за внимание, успеха, а на сегодняшний день вы должны знать только одно – рекрутировать, рекрутировать и рекрутировать. До свидания, господа, удачи вам.